Младший сын князя Киевского оказался не нужен никому. Отец собрался в дальний поход, на княжение в Киеве оставил старшего законного сына, наследника. А младшего решил отправить на дальний север, в Новгород. Может, там на что-нибудь изгодится княжич Владимир. Ни отца, ни братьев живыми Владимир больше не увидит. Он вернется в Киев, завоюет многие земли, возьмет греческий Херсонес. Но все его победы померкнут перед той славой, которую он обретет здесь, над Днепром, когда по его воле тысячи киевлян войдут в освященные воды. И начнется история новой Руси, великой христианской державы. Киевский князь Святослав Игоревич никогда не сомневался в своем предназначении – быть воином, сражаться и побеждать. Он вообще ни в чем не сомневался, ничего не боялся и не оглядывался назад. И каждый раз, отправляясь в поход, посылал сказать своим врагам – «Иду на вы». В 964 году Святослав подчинил лесные племена Вятичей. В 965-м обрушил хазарский каганат, который на протяжении 300 лет управлял Великой степью. Еще через год русский князь огнем и мечом прошел Волжскую Булгарию. Теперь вся Волга оказалась под контролем Руси. В 970-м году в союзе с болгарами, печенегами и венграми русский князь бросил вызов Византийской империи. Навстречу ему войско вывел сам император Иоанн Цимисхий. Греческое войско превосходило русское почти вдвое. Однако Святослав решил принять бой. «Не посрамим земли русской, но ляжем костьми, ибо мертвые сраму не имут». Никогда еще греки не сталкивались с такими яростными атаками. Но они постоянно получали подкрепление, а Святослав в изматывающих боях потерял большую часть воинов. Ему хватило мужества принять самое тяжелое решение в своей жизни и вернуть остаток своего войска. Святослав предложил императору: «Русские покинут Болгарию, а греки беспрепятственно пропустят русское войско по своим землям, снабдив его провиантом и дав богатые отступные». Император безоговорочно принял все условия. Наслышанный о греческом вероломстве, Святослав заподозрил неладное и пожелал личной встречи с императором. Он хотел посмотреть в глаза греческому царю, чтобы убедиться, что тот не лукавит. Русское войско отправилось в обратный путь. Когда флот подошел к Днепровским порогам, опытный воевода предупредил князя. У порогов могут быть подкупленные греками печенеги. Святослав, который сам никогда не нарушал данного слова, не поверил и попал в засаду. Русские погибли все. А череп Святослава печенежский князь велел оковать серебром и сделать из него чашу. Это было проявлением наивысшего уважения к поверженному врагу. Считалось, что пьющему из черепа прославленного героя передается его сила и храбрость. Временный раздел Руси между сыновьями оказался завещанием Святослава. Единое государство распалось на уделы. Формально столицей оказался Киев, в котором правил юный Ярополк. Хозяином соседней древлянской земли был его брат Олег,
и далеко на севере, в Новгороде, сидел младший брат Владимир. Жили мирно, потому что делить было нечего. Но прошли годы, мальчики стали юношами. Однажды средний из братьев, Олег Древлянский, обнаружил в своих лесах чужую охоту. Это расценивалось как вызов правителю и каралось смертью. Олег вышел навстречу наглецу и убил его. Нарушителем оказался сын киевского воеводы. Требуя мести за убитого сына, воевода стравил двух братьев-князей – Ярополка Киевского и Олега Древлянского. Так началась первая братоубийственная война в истории Рюриковичей. Она оказалась недолгой. Олег отступил под защиту стен своей столицы, но в давке на мосту вместе с конем упал в ров и погиб. Узнав об этом, младший брат, новгородский князь Владимир, бежал за море к варягам. Так Ярополк стал один править всей русской землей. Собираясь включить в сферу своего влияния независимое Полоцкое княжество, Ярополк посватался к дочери полоцкого князя, Рогнеде. Но в это время на Русь вернулся Владимир, приведя с собой большое варяжское войско, и тоже отправил в Полоцк своих сватов. Рогнеда заявила его послам: «Не хочу разувать сына рабыни, но хочу за Ярополка». Матерью Владимира была не рабыня, а ключница княгини Ольги. Заявление Рогнеды было публичным оскорблением. Владимир собрал большое войско и сам пришел в Полоцк. Насильно взял Рогнеду в жены и велел вырезать ее семью. В назидание всем, кто смелится пойти против его воли. А брату Ярополку отправил послание: «Владимир идет на тебя. Готовься с ним биться». Князь Владимир шел на Киев. Далеко впереди его войска бежали слухи о кровавой полоцкой свадьбе. Киев открыл ворота Владимиру и принял его власть. А Ярополк, придя на переговоры к брату, был убит варягами из дружины Владимира. Младший сын. Он всегда сам брал все, что ему было нужно. Войско, женщин, города, власть. Средств не выбирал. Ничьих советов не слушал. Главным для него всегда была его власть, его сила и слава. Он не остановится ни перед чем, дойдет до самого дна. И только тогда узнает, в чем настоящая сила. Он сумеет начать все сначала. И в этом обретет подлинную славу. В 18 лет он получил все, что хотел. Теперь у него был Киев, его Киев, который он не собирался отдавать никому. Князь Владимир возвел новую киевскую крепость, площадью в 5 раз больше, чем старый детинец. Она охватывала почти весь разросшийся город и могла выдержать любую осаду. Укрепления состояли из мощных земляных валов высотой в 6 и шириной более 9 метров, с деревянным частоколом поверху и глубоким рвом внизу. На Киевском холме был возведен новый княжеский терем с гридницей, казармой дружины и особым залом для перов, способным вместить несколько сот человек. Рядом с теремом располагалось огромное капище, языческое святилище, размером 2 на 7 метров, с 6 деревянными идолами, постаменты которых достигали 2 метров в диаметре. Владимир хотел объединить подвластные Киеву славянские племена не общим страхом перед мечами дружины, но общей верой. Главным божеством языческого пантеона он провозгласил Перуна, бога грозы, огня и войны.
Владимир обязал всех киевлян приходить на массовые жертвоприношения. Финалом всей церемонии становился ритуальный дружинный пир, основным угощением на котором было мясо жертвенных животных. Спустя сотни лет сказители по всей Руси будут петь былины о богатырских пирах, на которых дружинники похвалялись подвигами, ели золотыми ложками и пили вино чарками в полтора ведра, прославляя своего князя Владимира Красносолнышко. Постепенно Владимир сумел обуздать свою буйную дружину. Пиры перестали быть шумными попойками и превратились в своеобразное заседание княжеского совета, прообраз будущей боярской думы. За стол вместе с военными приглашались старейшины родов, городские посадники и даже купцы для совместного с дружиной обсуждения вопросов об управлении землями, о войне и о мире. Каждый военный поход планировался заранее, исходя из государственной необходимости. И даже если Владимир проигрывал отдельные битвы, своих глобальных целей он добивался всегда. За 4 года похода в состав Киевской Руси вошли обширные земли от Прибалтики до Поволжья. Князь Владимир все делал с размахом. О его личной жизни и вовсе ходили легенды. Говорили, что жен у него более 10, а наложниц – 100. В языческой Руси многоженство было в обычае, и киевляне гордились тем, как любвеобилен и плодовит их князь. По летописным данным, у Владимира, помимо Рогнеды, было еще 4 жены, в том числе варяжка, чехиня, болгарыня, грекиня, которые жили с малыми детьми и челядью, каждая в отдельном тереме. По числу доживших до взрослого возраста детей Владимир Святославич был рекордсменом – 12 сыновей и не менее 9 дочерей. Владимир привык ни в чем себе не отказывать и всегда добиваться своего. Но одного ему достичь так и не удалось. Попытка превратить языческие верования в государственную религию провалилась. И тогда князь принял решение отказаться от язычества в пользу единобожия, как правители всех крупных государств Евразии. Государства к востоку и югу, от Верхней Волги до Персидского залива, исповедовали ислам. К ним присоединилось и большинство населения бывшего хазарского каганата, верхушка которого еще оставалась в лоне иудаизма. Страны Западной Европы относились к христианской церкви западного обряда. Огромная Византийская империя, в ареал которой входили Дунайские земли и Закавказье, была территорией православия, восточного христианства. По летописной легенде, около 986 года князь пригласил миссионеров из Волжской Булгарии, Германии, Хазарии и Византии. Последовательно отказавшись от ислама, иудаизма и западного христианства, православному проповеднику князь дал неопределенный ответ. «Подожду еще немного». Принятие православия давало Руси самую выигрышную ориентацию на могучую Византийскую империю. Владимир хотел войти в ряд самых влиятельных европейских правителей и для этого породниться с византийским правящим домом. Момент был выбран самый удачный. В Византии полыхал военный мятеж. Император отправил в Киев посольство просить у русского князя военной помощи. Владимир поставил условия. Император должен отдать ему в жены свою сестру, принцессу Анну. Как и ожидалось, греческие послы ответили отказом. Христианка не может выйти за язычника. Тогда Владимир выразил готовность креститься. Император был вынужден принять его условия. Русское войско отправилось в Византию и помогло ему удержаться на престоле. Но посольство с принцессой Владимир так и не дождался. Налицо было нарушение договора, и Владимир принял ответные меры. Жестоко разорил пограничный город империи Крымский Херсонес. Угрожал воевать и дальше, если ему не пришлет принцессу. И тогда
Анна с греческими вельможами и священниками отправилась в страну язычников-варваров. Брат-император сказал ей на прощание: «Может быть, обратит тобою Бог русскую землю к покаянию». Желая подняться на вершины власти, Владимир сошел в крещальную купель. Он искал великую силу, которая позволит ему изменить мир. Но обрел веру, величайший дар, который изменил его самого. Князь Владимир, принявший крещение с именем Василий, вернулся в Киев другим человеком. Он полностью изменил свою жизнь. Теперь перед Богом и людьми у него была единственная жена Анна. Знаменитые пиры стали инструментом княжеской благотворительности. За стол могли садиться все желающие, в первую очередь бедняки, а больным и увечным еду привозили домой. Владимир велел уничтожить языческое капище. Поверженного Перона, привязав к конскому хвосту, на глазах киевлян сволокли с горы и бросили в Днепр. Потом, чтобы подать пример всему народу, Владимир устроил открытую церемонию крещения своих сыновей и домочадцев. А спустя некоторое время отправил глашатаев объявить Киеву, что князь всех зовет прийти на реку. В тот день сотни людей приняли крещение в водах Днепра, ставшего огромной купелью. Крещение народа по всей стране прошло относительно мирно, за исключением Новгорода, не пожелавшего подчиняться воле киевского князя. Бояре и языческие волхвы призвали новгородскую общину к мятежу. Княжеский посадник Добрыня, придя с войском, подавил мятеж и велел всех, кто сопротивляется, крестить насильно. И только далекая земля Вятичей, где реальной властью обладали лесные колдуны-шаманы, еще 300 лет оставалась языческой. Во всех городах за счет княжеской казны строились храмы, монастыри и школы. Священники, учителя и архитекторы приглашались из Болгарии и Византии. Была учреждена новая киевская митрополия Константинопольского патриархата. Для содержания церкви Владимир выделил десятину, десятую часть собственного имущества. На протяжении трех веков на Руси церковь содержал только правитель, а не все население, как в Западной Европе, где церковная десятина станет обременительным налогом и, в конце концов, одной из причин кризиса католической церкви. Никаких войн князь вести не собирался, но пришлось. Около 992 года огромные полчища печенегов переправились через реку Сулу, приток Днепра, и устремились к Киеву. Владимир с большим войском вышел им навстречу. Решающая битва произошла на реке Трубеж. По легенде, исход битвы должен был решить ритуальный поединок двух сильнейших воинов. От печенегов вышел человек огромного роста. А князь Владимир выпустил на поле битвы не воина, а ремесленника, молодого кожевенника Переяслава. При небольшом росте он обладал такой силой, что рвал руками сырые кожи. Поединок был недолгим. Кожемяка просто удавил печенега и бросил на землю. Русское войско одержало победу, а на месте поединка Владимир заложил крепость и назвал ее в честь победителя.
Переяславль станет первым звеном в системе обороны, которую киевский князь создаст вдоль южных границ своего государства. При Владимире была построена оборонительная линия – цепочка крепостей по рекам Сула, Стугна, Трубеж и Десна, общей длиной около 1000 километров. Расстояние между крепостями позволяло видеть на башнях сигнальный огонь или дым. Далеко в степь высылались дозоры или заставы богатырские, которые следили за перемещением кочевников и в случае необходимости могли дать короткий бой. Владимир возвел оборону страны в значение общегосударственного дела. Кто бы ты ни был, знатный дружинник, ростовский попович или крестьянский сын из Мурома, если ты готов сражаться за родину, ты друг князю Киевскому. Самоуправление племенной знати осталось в прошлом. Во все крупные города, то есть старые племенные центры, Владимир посадил 12 своих сыновей. Разница в возрасте между самым старшим и самым младшим составляла более 30 лет. Таким образом, страна объединялась под властью одного рода, во главе которого стоял он сам. Шло время. Владимир старел. А сыновья вырастали и один за другим стали считать себя самостоятельными правителями. Когда-то давно Владимир взял в жены вдову своего брата Ярополка, уже беременной. Родившегося через несколько месяцев племянника Владимир официально признал своим сыном, но в его имени Святополк сохранил память о настоящем отце. Помнил и Святополк о том, что его отца, законного киевского князя, убил Владимир, который ныне сидит на престоле отца. Составился заговор, целью которого было свергнуть Владимира и посадить на киевский престол Святополка. Заговор был раскрыт, Святополк схвачен и посажен под арест. Но не успел Владимир усмирить одного сына, как отделиться решил следующий по старшинству Ярослав Новгородский. Он перестал присылать в Киев положенную дань. Владимир не мог допустить распада страны. Он велел готовиться к походу на Новгород. Выступать собирался в середине весны, как только просохнут дороги. Сообщение между русскими землями было нерегулярным. Дороги проходили в основном по рекам. Способ передвижения зависел от сезона. С ноября по февраль – по льду, на санях или верхом. С апреля по сентябрь – на ладьях. Март и октябрь были мертвыми сезонами, когда из-за распутицы или достава останавливалась не только торговля, но и война. На большие расстояния перемещались только военные отряды, княжеские гонцы и купеческие караваны, обязательно с вооруженным конвоем. Скорость передвижения верхом составляла от 50 до 75 километров в день. На санях – от 40 до 60 километров в день. На ладьях – до 100 километров. Дорога от Киева до Новгорода занимала не меньше месяца. Весна прошла, а поход все не начинался. В начале лета Владимир внезапно занемог. Он был еще не стар, на середине шестого десятка, и крепок. Все ждали, что вот-вот князь встанет на ноги. Но он не встал. 15 июля 1015 года Владимир скончался к ужасу и скорби всего Киева. Со смертью князя Красное Солнышко словно обрушилась мощная каменная стена, под надежной защитой которой они жили многие годы. Официальное прославление Владимира Крестителя в лике святых равноапостольных произойдет только через два столетия. Но в народном сознании он стал почитаться святым вскоре после окончания своей земной жизни. Он все делал с размахом и мощью. Именно он превратил разрозненные земли, населенные разными племенами и народами, единое государство под властью княжеского рода Рюриковичей. Именно он дал своей стране то, что будет держать ее на протяжении тысячелетий, держать крепко и нерушимо православную веру.
Когда-то его считали жалким калекой, неспособным быть князем. Теперь для него открылся путь к золотому киевскому престолу. На этом пути прольется немало крови. Пройдя его до конца, Ярослав узнает цену власти и поймет, что означают библейские слова: «Кто умножает познание, умножает и скорбь». Ярослав все детство провел в тереме матери. Обычно княжичи уже в 3 года сажали на коня, посвящали войны. Но только не Ярослава. От рождения у него были повреждены суставы правой ноги, и он не мог ходить. В 6 лет его все же посадили на коня. Седло сыграло роль современных ортопедических распорок. И хромой княжич, хотя и с трудом, через боль, но пошел своими ногами. Он доказал всем, и в первую очередь отцу, что может быть князем. Ярослав был еще совсем мальчишкой, когда отец отправил его княжить в отдаленные ростовские земли. Там он провел 20 лет, и в 1010 году, уже совсем взрослый, опытный, женатый, Ярослав стал князем новгородским. Княжескую резиденцию он переместил из старой Рюриковой крепости за пределами города в самый его центр, рядом с торгом. Двор князя мало чем отличался от дворов знатных бояр. Ярослав показывал, что ему нечего бояться, потому что он – друг и защитник новгородцев. В Новгороде Ярослав был добрым и рачительным хозяином. Ежегодно из 3000 гривен, а это 600 килограммов серебра, которые собирались в виде дани с новгородских земель, 2/3 он должен был отдавать в Киев. Но на 4-й год своего правления под давлением новгородской знати Ярослав перестал отправлять дань. Это было равносильно заявлению о выходе из глобального союза земель под властью Рюриковичей. Ярослав прекрасно понимал, что за этим последует война с отцом, и нанял за морем варяжскую дружину. Расположил наемников в Новгороде и стал ждать, когда киевский князь Владимир пойдет на него походом. Но война все никак не начиналась. Варяги, сидевшие в Новгороде с весны, изнывали от безделья. И когда они начали насиловать замужних женщин, новгородцы ворвались на их двор и порубили обидчиков. Узнав о резне, князь пришел в ярость. Варяжские мечи были очень нужны ему на предстоящей войне. И это были его варяги, нанятые на его деньги. Чтобы никто не смел покушаться на княжеское, Ярослав вызвал к себе в резиденцию лучших мужей новгородских, якобы на совет, и отдал их уцелевшим варягам, а те уже вдоволь натешились местью за погибших сородичей. В ту же ночь Ярославу доставили письмо из Киева от сестры. «Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве. Берегись его очень». Старший сын Владимира, Святополк, после смерти отца оказался ближе всех к престолу. Он сидел в киевской темнице. Бояре освободили его, и он вокняжился в Киеве. Теперь нужно было устранить соперников. И в первую очередь следующего по старшинству Ярослава Новгородского. А сам Ярослав той душной ночью с ужасом понял, что загнал себя в ловушку. Войны не избежать, а войска теперь у него нет. Лучших варяжских воинов новгородцы посекли, и предательство князю не простят. На рассвете Ярослав велел созывать вече. Шаг. Еще шаг.
Впереди шумело людское море. На Вече собрался весь Новгород. Правда была на их стороне, зато у него была власть еще вчера. Сегодня у него нет ничего. «Любимая моя и честная дружина!» — хрипло выкрикнул Ярослав, и голос сорвался. Справившись с собой, он сказал: «Избил вас вчера в безумии своем. Теперь мне того и зла там не искупить. Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве, избивая братья свою. Хочу на него пойти. Последуйте за мной». Тишина налилась свинцовой тяжестью. Наконец, новгородцы ответили: «Хотя и иссечены братья наши, можем, княже, за тебя бороться». Помирившись с Новгородом, Ярослав составил договор, который уравнивал в правах новгородцев и пришлых княжеских людей. Теперь за убийство свободного человека, будь то дружинник варяг или славянин, виновный должен заплатить виру, штраф в 40 гривен. Спустя годы, когда Ярослав станет киевским князем, он на 20 лет освободит Новгород от уплаты 2000 гривен ежегодной дани. Всего получится 40 тысяч гривен, вира, которую Ярослав задолжал городу после устроенной им резни. Князь закроет все свои долги, а его договор с новгородцами станет первой статьей первого в истории России сборника законов, который позднее назовут по имени создателя – «Правдой Ярослава». «Правда Ярослава» – сборник законов, аналогичный раннесредневековым европейским судебникам. Содержала 18 статей, которые определяли наказания за убийство, побои, порчу имущества и прочие преступления. Ограничила кровную месть за убийство кругом ближайших родственников. Установила виру, то есть штраф за убийство. Вместе с позднейшими добавлениями составила «Русскую правду» – свод законов, который действовал на Руси вплоть до 15 века. Святополк Киевский готовился к войне. Он понимал, что сила на стороне младших братьев. У Ярослава варяги и новгородское войско, у Бориса большая киевская дружина и поддержка его родного брата Глеба, муромского князя. Зато на стороне Святополка оказалось время. До Бориса и Глеба еще не дошла весть о том, что на киевском престоле сменился князь. И Святополк решил нанести упреждающий удар. Устранить братьев одного за другим. По дороге из похода князь Борис наконец узнал, что отец умер, и в Киеве вокняжился Святополк. Но идти на Киев Борис отказался. «Если умер отец мой, то Святополк будет мне вместо отца». Старшая дружина сочла это трусостью и покинула князя. Борис остался с немногими отроками. Призвал к себе в шатер священника и молился вместе с ним всю ночь. Перед рассветом скрытно подошел отряд, посланный Святополком. По молитвенному пению сразу определили, где находится князь. Тело убитого Бориса, завернув в окровавленное полотнище шатра, привезли в Вышгород и похоронили у церкви святого Василия. Не в самом храме, как полагалось хоронить князей, а за оградой, в простом деревянном гробу. Младшему брату Глебу Святополк отправил поддельное письмо, якобы от отца, вызывая того в Киев. Ладьи Глеба были уже на полпути к Киеву, когда доставили другое письмо от брата Ярослава из Новгорода. «Не ходи, братья. Отец умер, а брат твой убиен Святополком». Но было уже поздно. Желая избежать напрасного кровопролития, Глеб отпустил свою дружину и с немногими отроками остался на маленьком корабле посреди реки.
Почти не встретив сопротивления, дружинники Святополка захватили корабль, Глеба убили, а тело наспех закопали на берегу в Дубраве. Спустя 5 лет по велению Ярослава его перезахоронят с великой честью в Вышгороде, рядом с братом. И тогда же братья Борис и Глеб будут прославлены в лике страстотерпцев. А Святополк получит прозвание «Окаянный», то есть подобный библейскому Каину, убившему своего брата Авеля. Они встретились на реке Альте, недалеко от того места, где 4 года назад по приказу Святополка был убит Борис. Ярослав привел варягов, Святополк печенегов. Каждый считал, что правда на его стороне, но сила оказалась на стороне Ярослава. Разбитый Святополк бежал вместе с остатками печенежского войска, и дальнейшая его судьба неизвестна. Ярославу все надо было начинать заново. В разоренном Киеве, в опустевшем княжеском тереме. Ярославу привезли из-за моря жену, 18-летнюю Ингигерд, дочь шведского короля. Ярослав был намного старше ее. Он знал, что до него к Ингигерд сватался молодой норвежский конунг, и она дала согласие. Но ее отец предпочел киевского князя. Ингигерд станет безупречной княгиней. Она родит Ярославу 6 сыновей и 3 дочерей. Будет принимать участие в государственных делах, славится в Киеве и за его пределами как целительница. И даже слухи о том, что княгиня продолжает любить своего бывшего жениха, не помешает Ярославу принять конунга у себя в Новгороде, когда тот будет вынужден покинуть свою страну, а после гибели конунга усыновить его маленького сына, будущего короля Норвегии и Дании. Основной ролью женщины в древнерусском обществе было управление домашним хозяйством. В знатных семьях женщина-хозяйка не только занималась воспитанием детей и руководила штатом слуг, но и распоряжалась обширным имуществом, в том числе денежными средствами. Девушки из знатных семей получали прекрасное образование, владели несколькими языками. Незнатные женщины часто имели собственную профессию – целительница, врач, повивальная бабка, акушерка, ткачиха, швея, повар, сваха. Русская правда предписывала судить за убийство женщины таким же судом, что и за убийство мужчины. Женщины имели право свидетельствовать в суде, а также могли, хотя и в редких случаях, принимать участие в общественной и политической жизни. Ингигерд в православии Ирина проживет долгую жизнь и перед смертью первой из русского великокняжеского дома примет схиму с именем Анна. В 15 веке будет канонизирована и станет небесной покровительницей Великого Новгорода. Киевская Русь на десятилетия стала одним из самых стабильных государств Европы. В Новгороде, где Ярослав проводил большую часть времени, в разное время находили политическое убежище 2 польских королевича, английский принц и 2 норвежских конунга. Международный престиж русского государства при Ярославе вырос настолько, что многие королевские дома будут считать за честь породниться с киевским князем. Его невестками станут польская, австрийская и византийская принцессы, а дочерей Ярослав выдаст замуж за королей Норвегии, Венгрии и Франции. Ярослав собрал в Новгороде богатую библиотеку и открыл первый скрипторий – мастерскую по переписке книг, в которой работали ученые-монахи. Ни один из европейских правителей, исключая разве что византийского императора,
не уделял столько внимания книжной культуре и образованию, как Ярослав. Его младшая дочь Анна, выходя замуж за французского короля, писала по-славянски и на латыни, а в Париже и короле большинство его придворных и даже чиновников были неграмотны. В Новгороде же и в Киеве начало XI века большинство населения владело грамотой. Долговые расписки, любовные письма, детские прописи – все это сохранили берестяные грамоты. На внутренней стороне березовой коры острой палочкой процарапывались буквы. Береста использовалась для мелких повседневных записок или черновиков. В школах ученики писали на церах – деревянных дощечках с тонким слоем воска, на котором костяным или деревянным стилусом выдавливались буквы. Для важных записей и книг служил пергамент, особым образом выделанная и отбеленная телячья кожа. Переписчики использовали гусиные перья и чернила из вишневой смолы и сажи или чернильных орешков, наростов на дубовом стволе. Листы готовых рукописей сшивали в тетради, помещая между двумя деревянными крышками. Под старость Ярослав все же перебрался в Киев. Огромный, богатый и очень красивый город. Один из крупнейших в Европе. Улицы, вымощенные бревнами, спускались к воде. Городская жизнь начиналась прямо на берегу. У Киевской пристани на притоке Днепра по Чайне разгружались купеческие корабли. Тут же заключались первые торговые сделки. Таможня собирала пошлину и стояли склады купеческих товаров. Дальше по берегу располагались корабельные верфи. У подножья Старокиевской горы теснились жилые кварталы нижнего города, Подола, средоточие деловой жизни. Тут были улицы гончаров и ткачей, кузнецов, ювелиров, кожевенников и плотников. На подворьях жили купцы и менялы. На каждой площади торг, вдоль улиц – лавки и мастерские. Все дома, в большинстве своем деревянные, были оштукатурены и побелены для красоты и для сохранения от пожара. И только грандиозный Софийский собор оставался без наружной штукатурки, чтобы видна была красота слоев камня и плинфы, плоского глиняного кирпича. Изографы из Константинополя украсили собор фресками, и среди 500 персонажей, святых и ангелов, написали самого князя Ярослава с княгиней, их сыновей и дочерей. Первый в русской истории парадный портрет княжеской семьи. Но Ярославу и этого было мало. Желая, чтобы его столица была сравнима с самим Царьградом, Константинополем, он начал в Киеве грандиозные строительные работы. Стройка Ярослава длилась 4 года. Площадь киевского детинца увеличилась в 7 раз и охватывала более 70 гектаров. Были возведены мощные земляные валы с основой из деревянных срубов. Протяженностью 3,5 километра, шириной больше 27 метров, высотой вместе с частоколом до 16 метров. По подсчетам специалистов, только на строительстве укреплений необходимо было переместить около 630 тысяч кубометров земли и заготовить не менее 50 тысяч кубометров леса. На строительстве должно было быть занято не менее 1000 человек ежедневно. Сам Ярослав жил по большей части за пределами города, в своей резиденции Берестово. Там в домовой княжеской церкви служил священник Иларион. Не будучи постриженным в иноки, Иларион вел монашеский образ жизни. На берегу Днепра вырыл себе маленькую пещерку, чтобы втайне молиться в ней. Позже в этой пещерке поселится афонский инок Антоний, будущий святитель Антоний Печерский. И так будет положено начало Киево-Печерскому монастырю. Успенская Киево-Печерская лавра – один из древнейших и самых значительных монастырей Киевской Руси. Общепризнанная святыня всего православного мира. Наравне со Святой горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырем считается уделом Богородицы, землей, находящейся под особым покровительством Божьей Матери.
Киевская лавра расположена на двух холмах над Днепром. Значительная часть ее территории и главная святыня – это ближние Антониевы и дальние Феодосиевы пещеры, в которых много веков назад были монашеские кельи, а теперь покоятся мощи святых насельников монастыря. Ярославу перевалило за 70. Почувствовав, что время его на исходе, он призвал к себе сыновей и сказал: «Вот я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов, и будете мирно жить». Молодые князья разъехались по своим землям. С отцом остался только Всеволод. К его маленькому сыну Владимиру, своему внуку, Ярослав испытывал особую нежность. Как будто предвидел, что этот малыш, будущий великий князь Владимир Мономах, продолжит дело всей его жизни – просвещение Руси. Князь Ярослав в крещении Георгий умер в ночь на 20 февраля 1054 года, в канун праздника торжества православия. Народное почитание князя в лике святых благоверных началось сразу после его смерти. Официальное общецерковное прославление установлено в 2016 году. Он ошибался и терпел поражение, но умел исправлять ошибки, возвращать долги и упорно идти к победам. Пережив тяжелую братоубийственную войну, он сделал все, чтобы не допустить раздела страны. При нем Киевская Русь достигла подлинного расцвета. К двум функциям князя, воин и хранитель закона, он добавил третью, не менее важную – просветитель. И вошел в историю как Ярослав Мудрый.